Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Вот и снова бритье. И опять тут у нас коронных всяких номеров насобиралось. А какие именно, ну, приглашаю вас посмотреть поближе. А я пока займусь тут необходимыми такими мужскими вещами, про которые я вам уже не единожды рассказывал. Но сейчас меня девочки оставили без скраба, поэтому я пользуюсь тут одной штукой. Сегодня я не стал перегружать видео, расскажу об этом завтра. Ну, не завтра, а в следующий раз, когда будем снимать обзор. Кстати, штука достаточно неплохая. Ну все, пошли посмотрим, чем мы сегодня будем бриться. У нас осталось два станка, которые мы с вами еще не пробовали, друзья. Один из них это Slim, жилет Slim, который я недавно получил из Америки. И который на 3 года младше меня, или на 5 лет, по-моему. Уточню, сейчас пока под рукой нет этой информации. А второй это Icon 101, четырьмя наборами голов. Две головы. Это обычный станок закрытого типа и открытого Close Comp, Open Comp с гребеночкой, вот здесь вот видите. И две косореза. Старая и новая. Slim, я думаю, подождет. Давайте начнем с Icon. И с Icon с закрытой головой. Ручка у него выглядит вот так. Очень приятная накатка, очень приятная ручка, информативная. Держать одно удовольствие. Я еще ни разу не брился этим станком, но в руках уже приятно держать. Чувствуется качество изготовления. Нижняя плита. Верхняя плита. Парни, ну судя по весу, в Айконе-то я уверен, то есть товарищ-то такой проверенный. Судя по весу, возможно, зря я гнал пургу на Фезер. Эти тоже не тяжелые, хотя я точно знаю, что они из нержавейки. Как вы уже поняли, станок трехсоставной. Все в сборе выглядит вот так. Вес станка в полном сборе 103 грамма. Вес одной лишь ручки 81 грамм. А использовать сегодня будем уже полюбившуюся мне зеленую астру. Резьба работает без сучка, без задоринки, как часовой механизм. Вылет лезвия равномерный. Мыло у нас будет сегодня Fine. Snake Bit. Укус змеи. Или удар змеи. Как правильно перевести. Такое закристаллизованное какое-то интересное. Или это что такое? Фух, ребят, это кристаллы ментола выступили. Обратите внимание. Видите? Я их прямо вот так рукой могу собирать. Ох, чувствую, сладко мне сегодня придется. Вот они. Как стекловато на что-то такое вот похоже. Посмотрим, посмотрим. Пока испугал. Много ментола я не люблю. Автошейвом сегодня будет лосьон номер 908 Home от компании Mondial. Опять же, это пробник от Momena Give & Care. А в следующем обзоре у нас пойдет гидрофильное масло после бритья, которое нам любезно предоставила Инночка из Тюмени. Ребята, помазок хочу сегодня взять горячо мною любимый в синтетику от Мюлли, который предоставила опасная бритва РФ. Походный помазочек. Ну давай, выходи. Плотненько так закрутился, нормально. Здесь то же самое. Ребята, которые уже брали такой помазок и пользуются, им советовали вот в эти отверстия пропускать шнурок. Его можно или вешать где-то, или так зацепить. То есть удобная такая штучка.
Вот он наш красавчик. Она сладенькая, я вам оставил чашу, которую предоставил нам мужской материк, и которая называется Марс. Чаша непростая, ребят. Обратите внимание, как сделано. Причем это не глина. Видите, вот белая вот эта. Это керамика, это фарфор. Чаша полностью ручной работы. Давайте я маленечко побольше сделаю, чтобы вы ее могли заценить. Все это ручная работа. И причем делал мастер, который бывал в Японии и изучал там вот это вот искусство изготовления и нанесения глазури. Обратите внимание, какие вот здесь вот пупырышечки для убыстрения и улучшения сбития пены. Диаметр чаши 120 мм. Глубина ориентировочно 7 сантиметров. А теперь поподробнее. Глазурь здесь приятная такая, чувствуется, что не скользит, а как бы не софт-тач, но цепляется к пальцам. А здесь наоборот, она не гладкая, она, знаете, как слегка-слегка такая, как заматированная, как шероховатая чуть-чуть, но очень интересно. Я таких покрытий раньше не встречал. Ну, естественно, вот эта вот обечайка, или как это, захват, он будет помогать вам держать ее в руке. Вот теперь пошли наверх. Да больше-то и не надо. Сейчас мы ее смываем. Ну вот, 2 минуты, мужичок опять. Ребят, Snake Beats меня, конечно же, маленечко напрягло количеством ментола, которое там было. Поэтому Чукча не дурак. Умный в гору не пойдет, умный гоблинов пошлет. Поэтому я использую старое доброе средство, которое меня никогда не подводило. И, надеюсь, никогда не подведет. Прораза. Прораза пришейв. Как же я по нему соскучился, ах! Если его наносить на влажную кожу, то оно не будет втираться, оно вот так вот и будет. Но не переживайте. Мы сейчас, когда будем отмачивать, ну, в смысле отпаривать кожу, то, в принципе, половина-то уйдет. И, естественно, мыло и пене, оно не помешает. А пока мы займемся нашим таким непростым мылом. Судя по тем кристаллам, которые здесь выступили, с ментолом-то здесь все в порядке. Ну, змея вот, как видите, как водится, файно нарисована. Давайте же попробуем, что она нам покажет. Помогут. Блин, ну как он быстро все-таки намокает. И как он хорошо собирает воду. Ребята, вот лишний раз подтверждение, что из всех синтетик, которые у меня были, это самое-самое-самое. И причем, обратите внимание, когда им работаешь, не надо узел вот так вот сжимать. У него хребта вполне хватает, чтобы этого не делать. Ну, процесс пошел. Ух ты, блин. Что-то я понять не могу. То ли помазок хороший, то ли мыло. Смотрите, как стеребонилось-то, а? Прям поперло. Ну, файн, файн это есть файн. В старых, добрых английских традициях. Так, уже залипает. Не вижу особого смысла продолжать дальше. Давайте уже, наверное, и с этим начнем работать. Наша чашечка уже нагрелась. И даже с мыльными руками держать удобно. А, кстати, знаете что? Давайте-ка, наверное, попробуем испытать один из советов, которые ребята в комментах давали. Возьмем камешек. Ну, там ребята, конечно, говорили натирать ручку, но круглую ручку я не совсем представляю, как можно натереть, поэтому я просто вот так вот руки оботру и посмотрим, что он... Опа!
Опа, парни, а работает? Работает, реально прилип. Итак, магия начинается. Пока хорошо. Как вы сами понимаете, у этого дорожного помазка ручка достаточно длинная. И вот то, что глубокая чаша, тут работать идеально. Для меня это не показатель. Я хочу попробовать на этой чаше поработать с обычными, стандартными помазками, которыми мы привыкли пользоваться. И уже посмотреть, что из этого получится. Парни, не вижу смысла продолжать. Все отлично. Ну, значение ментола, я так полагаю, было преувеличено. Пена готова. Итак, поехали. Ментол чувствуется, ребят. Чувствуется. Насколько сильно, сейчас мы с вами поймем. Укрывистость, блин. Ну, тут все в порядке. Замурчательно. Beautiful. Кстати, так даже моя жена говорит. А еще она говорит, World Market. Любит она этот магазин, любила. Ну, сейчас любит тоже, в Америке ходили. Ребят, ну, ментол есть, но не вырви глаз. Вполне сносно, охлаждающий эффект идет. Без фанатизма, я вам скажу. И это лишний повод, прям кожу чувствую сейчас так, ах, хорошо. Но в глаза не бьет. Вот еще лишний повод уважать эту компанию. Ну что, мой друг, покажи, что умеешь. С Богом. Пока знаете, что охота? Просто лечь на заваленку и мурчать, как кот мартовский. Так, ну, сыто, довольно. После случки с семью кошками. Тут все в порядке, ребят. Вы знаете, озадачивает. Я не могу определить его агрессивность. С одной стороны, она больше, чем на 89-й голове однозначно. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что мягче, чем на 89-й голове. Ставит в тупик. Мягкость на уровне 34 HD. Интересно, девки пляшут. Снял прям хорошо. Прям супер. Так, ну давайте еще пенки возьмем. Охлаждающий эффект замечательный. Мне, не любителю ментола, чрезмерного, вот это вот как раз по кайфу. Вот оно ни много, ни мало. Оно вот ровно столько, вот как тютелька в тютельку. Вот знаете секс у лилипутов, тютелька в тютельку. Вот это вот оно самое. Укрывистость. Станок прекрасно сбалансирован, просто прекрасно. Вот этот баланс где-то вот, вот смотрите. То есть вот, так вы как будете правильно видеть. Держишь его в руке без напряга, он сам держится в руке. Не
несмотря на то, что за окном, за бортом уже, по-моему, минус один или минус два, и, казалось бы, да ну его на все эти охлаждающие эффекты, этот приятен. Такое ощущение, что вы только что подставили лицо прохладному ветру, и вот все это так изящно, знаете, обволакивает, без всякого фанатизма, вот ровно столько, сколько нужно. Пена слегка загустела. Да вы, наверное, сами это уже заметили. Парни, если бы вы знали, что у меня сейчас вот здесь вот какой ком зарождается. Ну, дайте 6 сект. Сейчас все это сформируется, устаканится, успокоится. Уберу половину эмоций и постараюсь выдать одни факты. Что касается мыла и помазка, чаши. Вот смотрите, собрал практически все. И обратите внимание, белая пена вот на этом красном, темно-оранжевом, такой изысканно-оранжевом, как смотрится. Ну, конечно, да. Собираем. И вот то непродолжительное взбивание нам оставил. Ну, он не отцепится, ребят, я его, наверное, сниму просто. Оставил еще вот что. Да, кое-где смотрю, цепанул. Не криминально, чутка, но есть. По большому счету, вот то, что сейчас есть, уже можно все завязывать. Ну, я не откажу себе удовольствия до конца. Сейчас только найду где. Обычные свои проблемные места можно делать. Excellent. Just perfect. Прекрасно, ребят. Это я тут по-американски сумничал, это типа, если из файна кто-нибудь будет смотреть, ну, чтобы люди понимали, за что речь. Ну, еще раз. Ну, все, хватит. Все, 6 секунд, и я с вами. Парни, я только что пережил какие-то такие необычные ощущения. Мыло ментоловое охлаждает полностью, делаю теплый компресс, и когда я его прижимал к себе, и вот сам компресс-то происходил, вы знаете, было какое-то ощущение, что я в Африке со Снегурочкой сексом занимался. Вот необыкновенно, лицо холодит ментол, а вы теплым полотенцем. То есть реально что-то необычное и прикольное. Так, ну что ж, Mondial, Mondial Home 908 или 908, назови как хочешь, по-нашему все равно будет 908. Пробники упакованы как-то прям на случай Хиросимы, просто так не... понятно, почему так упаковано. Это жидкий лосьон. Жидкий Авташей, это не молочко. Ух! Ух! Бляха-муха! Ой! Ох, ядрен батон!
Ни хрена себе девки пляшут. Продрало так, как будто рашпиль печенки ставили. То ли там галимый спирт, то ли я себе рожу так раскромсал, но дирануло так знатно. Ой, как хорошо. Но при всем при том я чувствую, там что-то есть, пленки какие-то, не пленки, а знаете, как масла, что-то вот такое вот. Запах кошерный. Он далек от привычного понимания. Барбар, шап, запах вот этот, нет, тут не такой. Он ближе, наверное, к какому-то парфюму, и причем неплохому такому парфюму. Новым годом пахнет. Елочка вдалеке где-то пробежала и за угол так тырц. А за ней премьер-министр на лимузине, типа, стоять, елочка, я тебя все равно догоню. Вот, что-то вот какие-то запахи такие, знаете, вот новогодние. Елки, огни, снегурочки, народ веселится, пьет шампанское, не бухает, пьет шампанское. Все, знаете, все вот на той грани, когда все веселые, но ни скотства, ни пьянства еще нет, да и не будет, потому что не та среда. И вот это ощущение праздника. Ни тебе мордой в оливье, ни тебе там где-то что-то где-то кому-то плохо стало, с белым другом обнимается. Нет, просто веселье, просто праздник. И ты знаешь, что это будет продолжаться. Это очень приятно. Ух, прям, ой, прям хочу, чтобы он подольше со мной остался. Хороший, отличный запах. Зачет, однозначно зачет. Мамену спасибо, Гиффенкер, что подогнал этот пробничек, познакомил. Теперь я, по крайней мере, буду знать, на какую тему интересоваться, если что-то новое захочу. Хом 908 вещь, однозначно вещь. Итак, вначале с краю, так легонца пробежим. Про шкрабик я вам расскажу в следующий раз, но хочу вот поставить в известность, что начиная с этого дня буду использовать уходовое средство от Soap Smooth Seva, заживляющий крем. И вначале была мысль, как автошейвом им пробежаться, но нет уверенности, что он может работать как автошейв, потому что в инструкции по описанию там написано, используйте этот крем. Если вы не почувствуете, что вы помолодели, используйте его еще раз. Вот я это и попробую достичь. И какая-то там рецептура такая, прям вообще все как надо. Но к нашим баранам. Дайте-ка сладенькое, станок оставлю на опосля. Сейчас перейдем к мылу. Мыло Fine Snake Beats. 5 по всем статьям, ребят. 5. За что 5? Качество пены 5. Экономичность 5. Скольжение 5. Конструктив. Вот сам став. Кондиция пены, вот ее вот само состояние 5, однозначно 5 за чувство меры. Здесь нет тех людей, у которых там звезды в голове или еще что-то выросло, и вот, а давай бузанем этого стока. Нет, здесь чувство меры. Меня убил наповал то количество, убило наповал то количество ментола, которое увидел на мыле. Я думал, все, абзац, приехали. Без кислородной маски я не смогу работать, глаза будут слезиться. А вот и нет. А вот и все по-другому. Ровно столько ментола, чтобы вам донести то ощущение, которое он может сделать без всякого фанатизма. И вот ровно в той консистенции. Отработал от А до Я. Здесь первая бомбочка, там вторая. Все ровно по графику прошел и ни капельки в глаз не упало. Вот это космическая точность. Вот молодцы, ребята, уважаю. Fine Snake Beats, это вот прям удивил. Удивил, хорошее зачетное мыло. Про Празос пришел говорить не буду, ребята, вы сами про него все знаете. Это корифей, это уже заработавший свою славу и не первое десятилетие предмет. Чаша от мужского материка, Марс. Ребята, чаша порадовала. Чаша порадовала качеством, тем, что это фарфор, тем, что это ручная работа, тем, как ее сделали и как ее преподнесли. То есть вот здесь все это не случайно. Здесь все выверено, здесь все сделано от А до Я, все просчитано. И причем это не сидели, считали на калькуляторе, как я это вижу. Это человек с пониманием сути процесса, с душой, с творческой душой, пришел и сделал.
Но не из того, что у него там ветер в голове надул, а из того багажа знаний он вытянул, что он уже, собственно, получил. Я знаю, что человек, который это делал, он был в Японии, изучал весь этот предмет. Откуда, собственно, и внутренний цвет, и сама форма, и вот эти пятачки, да и, собственно, сам-то фарфор откуда? Да вот оттуда-то ребята и надули. Однозначно 5. Однозначно. За те деньги, сколько она там, 1100, 1200, 1300 стоит, must have, и даже к бабке не ходи. Единственное, что я бы здесь, возможно, возможно, это с моей точки зрения, изменил, это бы увеличил вот этот вот радиус, чтобы еще лучше было цепляться. Не выскальзывает, держаться удобно, все в порядке. Но если бы еще чуть-чуть, хотя бы вот маленечко, чуть-чуть, было бы побольше, это было бы еще лучше. Понимаю, что это мои хотелки, потому что здесь бы пришлось все внутри меня. Поэтому вот с такой оговоркой все это оговорю. Внешний вид чаши 5, качество 5, восприятие ее на тактильном уровне, то есть вот какая вот она есть, что вот здесь вот она гладкая, а здесь она уже с такой, знаете, терпкинкой, как, знаете, вот как шероховатостью, но не той, которая вас дерет, а той, которая показывает, да, я здесь есть, я помогу тебе пену сбить. Это я говорю за ровные места, но вы не забывайте, что здесь есть еще и вот эти вот пупырышки, которые не торчат вот, вот так, извиняюсь, а они как бамп, и этот бамп работает, и этот бамп помогает делать пену. Однозначно, пятак, вот прям зашла чаша, вот как вот есть, целиком и полностью зашла, хорошая. Следующее, помазок, помазок от Мюля. Сколько я вам тут зубы заговариваю? Вот он, сухой, уже сухой. Лишний раз подтвердил свою кондицию, лишний раз подтвердил свой статус. Для меня в мире синтетики это как был помазок номер один, так номер один и остается. Если когда-нибудь попадется помазок, который сможет его перебить, ребята, я скажу об этом, но пока такого помазка не было. За те деньги, что он продается в опасной бритве РФ, ну, ребят, ну, как вот, учитывая все, вот все вместе, его конструкцию, его качество, способность к работе, внешний вид, я считаю, что это очень разумная цена. Это must have однозначно. Вот она, наша сладкая ягодка, которую я приберег на потом. Настолько расчувствовался, настолько он меня вот как-то, вот, знаете, продавил, что я даже, пока была пауза, не разобрал и не помыл, лезвие не убрал. Ребята, станок необыкновенный. Icon 101, вот из всех станков, которые я держал в руках, вот я имею в виду Closed Comp, не могу ни с чем сравнить. Он как двуликий Янус, он показывает, что, слышь, друг, я тебя побрею, побрею так, что мама не горюй. И да, он так и делает, он сносит на ура. И по агрессивности он явно должен быть больше, чем 89-й. Но при всем при том, в нем есть какая-то бархатистость. В нем есть какая-то мягкость подачи. Возможно, тут каким-то шлейфом все-таки лезвие пробежало, что вот именно лезвие такое, и так он себя ведет. Возможно. Но, ребят, сами понимаете, есть станки, которые хоть какое лезвие ставь, он вам хрен какую бархатистость покажет. Этот станок сработал так. Когда прошел на первый проход, он снес на тех местах, где не нужно было фигурные вот эти все штуки рисовать, настолько, что я даже опешил. Это было где-то рядом с 41-й, вот по тому количеству шерсти, щетины, которую он оставил. Когда уже стал дальше работать, да, несомненно, пару-тройку коцок я заработал, но таких, что даже камешек не понадобился, это во-первых. Во-вторых, подозреваю, что, наверное, может быть, я виноват. Но в любом случае, это не вина станка, это мои руки. Меня это не смутило, меня это не расстроило ни капли, потому что вот та уверенность, которую он вселяет, и то качество, которое он дает, оно просто ошеломительно. Вот сейчас, проводя, я просто понимаю, что это охренеть какое бритье. С чем его сравнить-то? На сланте, на 37-м, на файне я такого не получал, ребята. Возможно, я торопился, возможно, я не успел лезвие подобрать и к файну, и к сланту, но я все равно такого качества не получал. Вот то качество, которое я сейчас получил, я не получал, пожалуй, даже и на Razor Rack, на Rockwell 6-м. Я понимаю, что глупо сравнивать Icon 101 и 6-й Rockwell, они разные. Но я просто пытаюсь вот как-то вот в своей шкале ценностей все это классифицировать и понять, что же еще мне давало такое офигительно-охренительное бритье. И пока не могу найти синонимов. Однозначно станок не рядовой.
Однозначно станок непроходной. Если бы меня кто-то спросил, стоит ли он своих денег, ребят, стоит. Я не знаю, сколько он стоит, там 100, 200, 300, но вот за такой станок, мне кажется, даже 300 не жалко отдать. Если сравнивать его с BBS-1, ребят, не хочу даже сравнивать. Не хочу говорить про один станок хорошо, про другой плохо, но в любом случае для меня это два станка вне сравнения. Вот сказали бы, вот выбери один, я бы даже и секунды не думал, полсекунды бы не думал. Вообще, для меня это совершенно разные станки. Тот опыт, который он мне сегодня дал, он ни с чем не сравним. Несмотря, вот, допустим, даже вот если сравнивать с прошлым бритьем, в котором мы узнали, что не все золото, что нержавейка, вернее, не все то золото, что нержавейка, что даже простые лосьоны, которые пахнут, ну, может быть, не по-вашему, но они работяги, они все равно делают свое. Тут это как-то как новая веха для меня. Фу-фу-фу, была деревяшка, постучал. Настолько понравился, и так меня что-то пробило, торкнуло, что остановиться даже вот не могу. Ребята, здесь нет ничего такого, чтобы вас царапнуло. То есть вот коцнуло бы, ну блин, вот это бы как-то маленечко по-другому, вот это бы как-то. Ручка, я держу, и она держится. Вот просто вот это та ручка, которая вот прям заходит с первого раза. Со всей своей насечкой, со всеми вот этими вот проточками, со всем своим весом. Я иду этим станком, и он не идет как трактор. Роквелл 6, тот прет как трактор, и мне это нравится. Но этим нужно управлять, но причем управление чрезвычайно легкое. Вы его просто поддерживаете. Вот я его просто держу, а вот смотрите, он ни туда, ни сюда, никуда, он сам держится. Вот за счет балансировки, за счет вот этой насечки, им работать легко, им работать приятно, информативно. Вот эта голова не завышена по размерам вот в обе стороны. Вот здесь вот есть определенный радиус, и бывают станки же вот с большой головой, мне он сюда не вписывается. Я начинаю выеживаться, а как же его поставить, с этим не надо выеживаться. Здесь все в порядке, здесь все хорошо. И даже вот эти вот проблемные места, которые, ну, самая лучшая пробривка у меня была, это вот на эрби двухлезвенном. Этот повторил, сучонок, он повторил тот результат. Я вот сейчас вот понимаю, что я здесь все пробрил. Для меня сейчас реально серьезная проблема, если бы мне сказали, выбери, допустим, Rockwell 6 со всем набором плит и вот этот. Умом-то и душой я понимаю, что мне Rockwell-то как ближе, потому что там такой набор, я хочу так, хочу так, хочу так, играйся как хочу. А этот тоже нравится. Ну, ё-моё. Так, ладно, ребят, хватит телячьи слюни распускать. В конце концов, у него еще 3 головы впереди. Следующее у нас будет открытый гребень, а потом уже пойдет косарез, и посмотрим, что он с ними покажет. А пока хочу с вами попрощаться, сказать, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог добра, и пускай Господь время от времени приносит вам большой, маленькой, не знаю в какой корзине, но все-таки приятные вещи, которые вас будут просто чертовски удивлять, чертовски радовать и говорить вам, ребята, жизнь прекрасна, она настолько хороша, что просто слов нет, вы, главное, глаза-то откройте, умейте это увидеть, и все будет прекрасно. Пока-пока, ребят, с вами был я, Вадим, до новых встреч.